Вместо столов с перегородками – небольшие уютные столики. Вместо стационарных компьютеров – ноутбуки. Вместо бумажной волокиты – цифровые сервисы. В Барнауле начал работать современный банковский офис, в котором получить услуги могут частные лица и привилегированные клиенты – малые и средние предприниматели, представители крупных компаний. Формат обслуживания, который абсолютно новый для Барнаула, для Алтая. Это вот вы видите легкая зона обслуживания, мультифункциональность рабочих зон наших сотрудников и обслуживания клиентов. Основной упор мы делаем на цифровые технологии. Привычный формат обслуживания, конечно, сохраняется сегодня, но в приоритетном формате мы говорим про безбумажный офис, так называемый, про цифровое подписание, про использование сервисов цифровых. Открытое пространство, зона ожидания отсутствует. Работник банка встречает клиента, сопровождает в одну из локаций, дает экспертную консультацию за ноутбуком. Подтвердить операцию можно онлайн с помощью интернета или мобильного банка. В клиентском зале кофе-поинт, бесплатный Wi-Fi, умные технологии, новый подход к обслуживанию. Барнаульцы уже успели оценить по достоинству. Этот новый офис, такого я еще не видел в городе Барнауле, действительно интересно сюда просто попасть, очень приятно здесь находиться, и кофе предложили, и достаточно очень удобная здесь обстановка, комфортная, поэтому я думаю, что за этим будущее. Для персонального общения дополнительно оборудованы 5 переговорных комнат. Новый офис расположен в центральной части краевой столицы, в активно развивающемся микрорайоне, с удобной транспортной развязкой. Все для удобства жителей и гостей Барнаула. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.